Алексей Воробьев, российский музыкант, актер, режиссер. Он был простым парнем из Тулы, но смог добиться невероятных карьерных успехов. Сегодня артист востребован не только в России, но и в Америке. В личной жизни Алексей прослыл сердцеедом. И это неудивительно, ведь красота и харизма музыканта привлекают к нему большое количество женщин. Еще одно достоинство мужчины – атлетическое телосложение. Первой любовью певца стала Юлия Василиади. Это коллега по ансамблю «Услада». Отношения прекратились, когда Алексей уехал в Москву и занялся карьерой. В 2008 году певец познакомился на съемочной площадке с актрисой Анной Чиповской. Он долго добивался расположения эффектной девушки, дарил ей цветы и подарки. Сердце Анны растаяло. Однако отношения долго не продлились из-за взрывных характеров обоих. Во время участия в ледовом шоу «Лед и пламя» популярный исполнитель увлекся фигуристкой Татьяной Навкой, наставницей и партнершей по телепроекту. Но это увлечение не переросло в серьезные отношения. Вскоре Воробьев начал встречаться с актрисой Оксаной Акиньшиной. В мае 2011 года пара рассталась, но спустя месяц вновь воссоединились. Правда, примирение не было длительным. И уже в августе этого же года молодые люди разошлись окончательно. Через несколько месяцев в прессе появились совместные фото Алексея Воробьева и певицы Виктории Дайнека. Но и этот роман не увенчался браком. Пара рассталась в 2012. В марте 2016 года на канале ТНТ стартовало телешоу «Холостяк», в котором Алексей стал главным героем. За его внимание боролись десятки красавиц, но, к удивлению зрителей, в финале он не вручил заветное кольцо ни одной из оставшихся девушек. В итоге музыкант ушел с проекта в том же холостяцком статусе, с которым и пришел. В конце этого же года стало известно, что у артиста новая возлюбленная – солистка группы «Динамо» Диана Иваницкая. Влюбленным нравилась атмосфера тайны. Они старались не появляться вместе на людях. Друзья утверждают, что Алексей дорожил этими отношениями, но завершились они скандально. Диана изменила Алексею, о чем он сообщил поклонникам Инстаграм. В 2017 году появилась информация, что у Воробьева роман с моделью и блогером Кирой Майер. А год спустя, во время выступления на «Новой волне» 2018, он поцеловал Ирину Дубцову. Порой СМИ не успевают за любовными похождениями артиста. В июне 2018 года приближенные к певцу люди сообщили, что сердце Алексея вновь занято. Но это никого не удивило, так как такой красавец долго в холостяках никогда не ходил. Он начал встречаться с Джокондой Шеникер, с которой вместе снимался в клипе «Миллионер». Несколько лет назад девушка участвовала в шоу «Каникулы в Мексике». В Инстаграме стали все чаще появляться их совместные фото. Позже появились новые подробности личной жизни певца. Известно, что в 2020-м девушкой Алексея стала Наталья Зубарева, доктор превентивной и функциональной медицины, диетолог. Более того, СМИ сообщают, что они тайно расписались. Влюбленные никак не комментировали эти слухи, однако папарацци удалось запечатлеть их в одном из отелей Лос-Анджелеса. Известно, что жена Алексея ранее уже была замужем, сейчас она воспитывает двоих детей от прошлого брака. А в декабре 2020-го Наталья опубликовала фото, на котором видна изменившаяся фигура. Оказалось, что Зубарева беременна. Однако ни она, ни Алексей никак не прокомментировали это радостное событие. Но все же в начале 2021 года Алексей успокоил своих фанаток в Инстаграме. «Я устал от одиночества. Но пока у меня нет жены и нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах. А вам нравится этот певец? Делитесь своими мыслями в комментариях».